красноярцы тем временем массово скупают ледоступы. Люди всеми способами пытаются защитить себя и своих близких от травм. Поликлиники и травмпункты переполнены. Как еще от гололеда спасаются жители города? И где и кому в Красноярске безопасно ходить, знает Елизавета Мерзлякова. В 6 часов утра начинают звонить бабушки, дедушки. Здравствуйте, есть ледоходы у вас? Ну, я говорю, вообще магазин не работает. Есть для плоской подошвы, для обуви на каблуке и даже детские, рассказывает Максим Андреев. Чтобы не попасть в травмпункт, красноярцы скупают ледоступы сразу по несколько штук. Для себя и для родственников. Шипованные накладки защищают обувь от скольжения, а сейчас за ними очереди. В наших условиях в рекламе товар не нуждается. По словам Максима, клиенты сами его находят через сарафанное радио. Некоторые до сих пор приходят ко мне, там, ну, мужчины, как правило, женщины нет, но в возрасте, они всякие себе наклеивают наждачки на бумагу. Там. Тут как бы готовое решение, в принципе, недорогое, но как. В общем-то, я думаю, что от перелома лечиться и так далее гораздо дороже. Но как